Пока россияне борются за медали на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в Мурманске также кипят спортивные страсти. Правда, без допинговых скандалов и ограничений по участию. Наоборот, организаторы праздника «Родной двор, родной город» ждут всех желающих проявить себя. Сначала разминка, а лишь потом веселые старты. Спортивный праздник «Родной двор» каждые выходные кочует из одного района Мурманска в другой. Каждый раз вовлекая в свои ряды новых рекрутов, желающих стать чемпионами. Всего в течение периода запланировано 34 спортивных праздника. Сегодня проходит 23-й праздник. И надо сказать, что организаторы, комитет по физкультуре и спорту города Мурманска, подход очень творческий. Мы видим сегодня новые ростовые куклы, новый инвентарь. И очень приятно, что этот праздник прижился. Мы видим постоянно участников, которые усовершенствуют свои результаты. Среди них Артем Кучеренко, который не пропускает ни одного уличного праздника. Воспитанник 4-й детской юношеской школы занимается легкой атлетикой и в дворовых состязаниях уже имеет свой рекорд. Преуспел я в удержании гимнастической палочки на вытянутой руке. Мой рекорд города 18 минут 41 секунда. Сейчас вроде как пытаюсь побить свой же рекорд. Помимо эстафет и веселых стартов, любой желающий мог попробовать сдать нормы ГТО. Родной двор – это праздник для мурманчан любого возраста. В соревнованиях наравне с детьми охотно принимают участие их мамы и папы, тем самым укрепляя семейные ценности. Здесь в том числе формируется и работа в команде, есть командные конкурсы, где необходимо друг друга понимать, договариваться, радоваться успеху друг друга, принимать поражения. Это как бы коллективная культура формируется. Следующий родной двор пройдет с еще большим размахом. Уже на центральном стадионе в рамках празднования Дня физкультурника. Проверить себя на выносливость можно будет все выходные. В субботу и воскресенье в разных уголках Мурманска пройдут различные соревнования. Это и велогонка, и зарядка со стражем порядка, и масса других спортивных мероприятий.